29 апреля пройдет «Диктант Победы». Он состоит из ряда вопросов в тестовой форме на тему событий Великой Отечественной войны. Принять участие в международной акции приглашают губкинцев на площадке детской библиотеки. Написание диктанта будет с 14:00, но наша площадка работает с 12:00. Поучаствовать можно в диктанте любому жителю нашего города без возрастных ограничений. Необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф и выбрать площадку в нашем городе, детскую библиотеку. Напомним, акция проводится с целью привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.